Девочки, привет! Поздравляю вас с таким прекрасным весенним праздником. Чтобы у вас было много радости, улыбок, счастья, любви. Чтобы вы наполнялись светом. Сегодня я хочу сделать для вас подарок, и мы посмотрим новое знакомство. Будет ли, в принципе, все-таки новое знакомство? Ну и что это за мужчина? Я взяла две колоды, и мы посмотрим два. Это будет как два варианта. Поэтому не то, что выбираете. В принципе, может быть, кому-то нравится одна колода, кому-то нравится другая или обе. Также может быть одна Чиру Марчетти, другая элементальная мудрость элементалей. Также у меня девочки спрашивали, где я покупала. Сразу говорю, Чиру Марчетти — это с Америки она шла. На сайте Чиро Марчетти, и также Мудрость элементалей — это польское издательство, поэтому Тарока студия. Вот. Так что это шла также с Польши. Такие вот делишки. Вас, как всегда, прошу не забывать о том, что любит YouTube, уважить YouTube, и меня также. Буду вам благодарна за лайки, комменты, подписки, все-все-все в этом направлении. Также ваши приветствия, приветствия друг дружке. Ну что, первое пойдет Марчетти. Посмотрим. Марчетти Таро. Ух ты, императрица тут у нас выглянула. Выглянула. Ну, давайте. Сейчас подготовим и посмотрим, кто из девчонок к нам зашел на огонек. Какая королева? Ну или в каком бы аспекте, как определяет колода. Посмотрим пространство, что у вас происходит. И тогда новое знакомство. Спросим о новом знакомстве. Какое-то более-менее, более или менее все-таки в ближайшее время. Или загадывайте сами, вот как-то так. Ну и если будет, то посмотрим, конечно, что это за знакомство и к чему оно идет. Так. Прям какие-то серьезные дела у вас на ускорение. Ну что, королева Пентаклей, привет. Привет, королева Пентаклей. Что-то вы сидите в каком-то тихом восторге. Тихом восторге. Совершенно тихом. Очень сложные процессы.
то ли после обмана, то ли после каких-то разбирательств, разборок, может быть, с кем-то, то ли вы вообще, ну, может быть, такие разбирательства, знаете, когда вы вошли в некую точку сокрытия, спрятались, может быть, вообще ото всех, потому что сложно, и у вас начинается расклад вообще с двух карт суда. Карты справедливости и карты высшего суда. Как-то все нежданно, нечаянно или еще как-то нагрянуло, свалилось на вашу голову, может быть, даже совершенно как-то неожиданно, или были какие-то, ну, как бы, или что-то вскрылось, ну, что повлекло за собой довольно-таки сложное пространство. Да, вскрылась тут то ли какая-то иллюзия все-таки, то ли еще что может быть. Может быть, когда вы... Тут, в принципе, может вопрос. Долгоиграющие пластинки. Рыцари у нас, но король не выпадает пока. А ну-ка, подождите, подождите, подождите. Рыцари. Рыцари и еще раз королева жезлов. По-моему, вы... Что на данный момент? Что-то повернуло, ну, как бы, в вашу жизнь. Что, ну, не могу точно сказать. Но это было или вами четко принятое какое-то решение, или так уж случилось, что вы зашли в такое состояние, но прям были обязаны двигаться вперед, скорее всего, и что-то для себя решили, и это что-то было, скорее всего, избавление от неких иллюзий. Иллюзии пространства. Вы, возможно, провели сравнение. Вы, возможно, сделали выбор или не захотели, чтобы состоять в выборе, чтобы вы были в каком-то таком положении. Ну, тут проходят рыцари. Три рыцаря в вашем пространстве. Это все равно говорит о движении. Медленная, а потом, вы знаете, это как разгонять реально что-то, потому что сначала это все долгоиграющее, медленное, потом резкое какое-то, как всколыхнуло вас, как открылась некая правда, или пришло некое понимание, и как будто бы вы очнулись ото сна. Может быть, и вопрос с предательством здесь связан. Или может здесь быть такой вопрос, что непонятно за что, по какой причине, ну как бы вам пришлось разбираться в, как сказать, тонкостях науки, науки жизненной, как я понимаю. Вот такое пространство вокруг да около, да, все равно это время, все равно это гармония какая-то. Я имею в виду, что вы старались держаться на плаву и не сбросить свои крылья, судя по всему, даже когда вам было очень сложно. Здесь реально сложные мечевые карты. Вы или провели разбор полетов с кем-то и поставили на жесткую паузу, все прям так, как отрубили и сказали, все, конец, я иду в новое, двигаюсь, и я превращаюсь из королевы кубков в королеву жезлов, мне надоело сидеть дома или сидеть в заточении, или сидеть одной, да, все хорошо, я понимаю, но я буду строить как бы свою жизнь далее. Вот тут есть эта некая точка, и после этой точки очень сильно болезненной, вы, ну, как
как-то превращаете ее в такой новый прыжок, может быть, даже где-то огненный, необузданный. Ну, потому что тут как бы немножечко жезлы пошли с мечами. Это мысль, подгоняемая энергией. Ну, скажем, ваш огонь начал разгораться, но через болезненную точку. У вас реально какие-то пространства, когда, ну, может, кто-то, знаете, кто-то засиделся, к примеру, был развод, и кто-то засиделся в каких-то таких обстоятельствах для вас. Ну как, я не скажу, что вы застряли, вы скорее засиделись. Есть девятка монет. Я думаю, вы тут шли определенным шагом к достижению вашей жизни, хорошей жизни, ну или хотя бы обеспеченной, так или иначе. Но девятка, она говорит о хорошем уровне. Может быть, еще что здесь вы обретали какие-то знания. Знания, скорее всего, по духовности, мистика, магия. Ну, что-то такое здесь набирали, изучали, выбирали. Может быть, где-то даже топтались на месте или какое-то время отдали для таких изучений. И не обязательно мистика, магия, это также может быть вопросы, к примеру, написания каких-то трудов. Вы трудились, реально трудились, как научные писали. Может быть, и устали уже, вот как-то так. Но, скорее всего, именно в этом направлении вы должны получить, ну, как бы, как вам сказать, хорошие дивиденды. Вы справились со своим трудом. Вот, для таких еще девчонок. Не видно, ну, рыцари я постоянно смотрю, как движение. В случае, если мужчину еще... Можно здесь, девчонки, еще сказать, к вам вы прелестно выглядите, сколько вам бы лет не было, и может здесь быть еще вопрос того, что к вам, ну как это, заигрывает, что ли, или ваши поля постоянно люди младше вас возраста. Младше. Вот как-то они кружат вокруг вас, может быть, даже стаями. Тогда в прошлом, скорее всего, есть какие-то интересные, может быть, выборочные какие-то отношения или без отношений, потому что вы думали, что с этим делать. Может быть, даже ставили на паузу с другим, может быть, разругались даже. Как-то так вы не видели перспектив, скорее всего. Ну, а тут, когда вы выходите уже в жезловую королеву, скорее всего, какой-то уж жезлов вас тут притянется. Очень быстренько опять, причем чуть ли не сам в дом постучит. Но это так, метафорически, но точно, где-то приближается туз жезлов уже. Ну или еще может быть некий вопрос для кого-то отдельно, будет некий вопрос, спорный вопрос между двумя женщинами, то есть вами и другой. Вы можете здесь, вы проходите пентакли, королева жезлов, хорошая, скажем, соперница. И тут дело в том, что в ближайшее время может она, ну как соперница, может даже и очень яркая подруга или женщина-руководитель, ваш руководитель. И она тут активируется, к примеру, каким-то образом в ваших полях, может быть. Еще дополнительно.
вас тут, слушайте, 4. Тут у вас 4 рыцаря, девочки. Причем начинается все с пентаклей и заканчивается мечами. И мечи идут опять рыцарь 2 у вас вот-вот уже в этом. О, боже ж ты мой, а чего это я? Мамочки, родные девочки, извините меня. Я же... Ой, я же забыла, что они помолодевшие все в колодах. Ой, боже ж ты мой. Девочки, вы меня простите. Простите. Ну, вообще простите. Сразу. Не из-за того, что я забыла. Потому что здесь король мечей, а это может быть бывший. Ой, боже ж ты мой. Девчонки тут разбираловка с бывшим. Прям скрестили ножи, мечи, все что угодно. Здесь такая разбираловка была. Ну, в принципе, вот все, что я сказала, оно немножечко усугубляется. Рыцаря у нас 3. Извините, девчонки. Или король, который просто мечей, может быть, вот так, ну, что-то, как вам сказать, тут некий блок, реально некий блок. Так, подождите, если это с королем, так, девчонки, подождите, вот это помолодевшие, ой, ужас. Смотрю, смотрю, даже вообще не реагирую. Ой. Колода у меня, помните же, кто все мои, что она недавняя, новенькая, так сказать. Я еще упустила это как-то. Так. Сейчас, девочки, сейчас. Потому что заканчивается тут, заканчивается проект ваш, то реально с каким-то королем мечей, то ли с бывшим, то ли он выходит вообще из состояния забытия какого-то, потому что здесь долгое время вопрос стоповой ситуации, паузы или когда вообще не было никакой информации или наоборот, ну, как некого отсечения болезненного вопроса прям из, ну, как бы из вашего пространства. Вот, может быть, когда вы действительно хотите убрать все вот это фонящее, болезненное, и хотите выйти в жезловую, ну, в жезловую королеву, в принципе, вот так. Надоело вам заниматься более таким фундаментальным трудом, скажем. Ну, может быть, именно решение по такому мужчине. Тут что-то связано с королем мечей. С королем мечей. Вот он, красавец в спящем положении. Какой-то разбор полетов. Вот был все-таки, но это не рыцарь, а это король оказался. И смотрите, карты к вам, это действительно вялотекущее, медленное, что-то вопрос проходит вот тут с разбором. Даже поэтому говорю, может быть, и семейности. Как-то так, это все задело в ваших пространствах. Ну и может быть, когда этот, ну как бы, жрица, семерка кубков. Ну, тут могли быть вопросы возвращенцев такие. Но это как бы то, что было. А сейчас вы как бы десятка мечей, все, точка, и с выходом в нулевой вы прекращаете. Вы прекращаете, вы выбираете идти как бы совершенно другим путем.
То есть даже хотите проложить некий другой путь в вашей жизни. Ладно, давайте тогда посмотрим, будет ли новое знакомство. Все, а то я как-то... Будет ли новое знакомство? Четверка кубков. Странно. Две четверки. Ой, девочки, я надеюсь, вы загадали очень короткий какое время, этот самый отрезок. А тут вообще, не знаю, насколько новое знакомство, но смотрите, ну, как вам сказать, новое, скорее всего, нет, девочки. Но тут есть в вашем пространстве мужчина, который заглядывается на вас или ну, так, приглядывается, смотрит, может быть, интересуется, но не рискует, так сказать, действовать. Ух ты! Чего? Опять этот король мечей с дорогой. Девочки, миленькие мои девочки, я не знаю. Будем смотреть вторую колоду. Ну, вот какое вы время загадали, девчонки? Ну, какое вы время загадали? В принципе, две четверки идет. Некая стабильность на это время. И они медленно, так сказать, перетекают в восьмерку. В зацикленный процесс все равно. Вода мечи, вода, воздух. Вода, воздух. Воздух, вода. Вода, воздух. Разве что буря может быть. Мужчина ожидает мечей какой-то. Он лежит, так сказать, в стагнации. И вот такой мужчина опять с потерянным, с душой болезненной какой-то, с вопросом сострадания, с разбитыми чашами. Ваше пространство стучится. Те же карты, девчонки, я не знаю. Туз монет. Ну, смотрите, этот человек навязчиво хочет вернуться в вашу жизнь. Две пятерки. Хочет вернуться в вашу жизнь. Он будет бороться за это, он делает все. Я не знаю, тут карта высшего суда. Ну, разве что кто-то, трансформация, переход на новый уровень, карта высшего суда, белая роза, воскрешение. Ну, девочки, туз жезлов. Тут смотрите, или этот мужчина для вас очень важный, или вы важны для этого мужчины. Может, вы и подумываете о новом, потому что вы очень сильно обижены. Или, ну, реально обижены, стагнация, все, вы тут прям с корнями вырывали из своего души, из своей души или сердца своего и тому подобное. Тут, скорее всего, будет некая трансформация процесса, ну или сам просто
король, который он ожидает подходящего момента, бывший или не бывший, тут может быть просто и сам мечевой, именно такие характеристики, закрытый человек. Но он здесь прямо в двух пятерках, знаете, таких сражается за перемены, причем сражается яростно и вынашивает планы на изменения, на возвращение, на открытие, открытие дорог, как-то так. Чтобы сказать, что в вашу жизнь может войти новый человек. Ладно, если четверка, если четверка, со сложной судьбой в вашу жизнь. Но этот человек уже определился в ваших пространствах, понимаете, в чем дело? Здесь можно сказать, что вот такая вот судьба, в принципе, прям как где-то, ну она, это все зеркально, это все ваше пространство. То есть в случае чего тут человек с точно таким же пространство, можно сказать, как у вас, зеркальное. И у вас пересечение вот тут дорог выходит. С новым жизненным шансом, на новую возможность. Выход из отшельника. Человек-одиночка, который мечтает о семье, и здесь идет, во-первых, он не хочет, нет, тут все одни и те же карты. Я, девочки, все. Тут просто одни и те же карты. Он одинок, он хочет, в принципе, в объединение, в семью, в радость. Он не хочет, скорее всего, быть один, терять. Или если есть потерянные вот эти отношения, это уже три пятерочки у нас выходит. Человек, который трансформирует болезненные пространства свои просто очень сильно. Прям тоже как бы через боль проходит, но эта боль была нарисована в вашем пространстве. То есть, если так брать, девочки, тут склейка, спайка, скрепы и тому подобное между двумя пространствами. То есть, эти пространства как считываются у вас, также эти пространства считываются и у этого человека. А теперь смотрите, все-таки мои девочки квантовые, и вы просто ну как, передавливаете, перевешиваете по бытийной массе просто-напросто других девчонок, которые хотят посмотреть на нового. Ой, боже ж ты мой. Я понимаю, что вы четко знаете о своей квантовости, и вы знаете об этой сцепке, и вы понимаете, ну, в принципе, вы понимаете в арканах, и вы видите, как они, в принципе, какие и как они ложатся. Спящий принц. Тут спящий принц. Он лежит так гордо, вот тут так смотрит, то есть с закрытыми глазами. То есть я на него смотрю с этим его мечом. С этим его мечом. Принц. Ой, принц в короля.
Я его вам сегодня выдала. Ну ладно, посмотрим, может нас порадует другая колода. Ну что, девчонки, я надеюсь, вы поняли. Тут я даже не буду больше задерживаться, потому что тут туз на жизнь, мечтательный такой туз. И, скорее всего, вы понимаете, что происходит. И вы, если брать вас, то вы находитесь точно в таком же положении движения энергии. У вас трансформация не выходила, как бы, а если уже раскладывать, почему мужчина вот эту пятерочку, вот он и прорабатывает, у него трансформация, между прочим, по-моему, недавно мы это и смотрели, где-то последние мои видео, если кто-то впервые зашел, там была более глубокая проработка, то есть раскладывали мы. Что с ним происходит? И, наверное, это он, ну да. Сложно. Боже ж ты мой. Девятка, десятка. Вообще туз жезлов. Ну, девчонки, императрица, вы как бы по этому варианту должны скоро жить. Возможно, с весной все-таки. Я очень надеюсь, что вы задумали какое-то короткое время или совершенно как бы, ну, вот так, погляжу, потому что погляжу. Туз жезлов после десятки мечей он все-таки должен как-то тут воспрять. Подняться, так сказать, в свое естественное нормальное положение воина. А то чего-то тут уснул и как-то вот драться надо в конце-то концов за жизнь-то эту. Как-то, ну вот, душа болит, болезненные переживания. Что-то у вас в этой жизни. Я говорю, этот более, по-моему, старше выглядит, чем... Подумала, видите, что... Вот так. Ладно, поехали дальше. Давайте посмотрим теперь, что нам покажут элементали. Ой, а тут у нас туз пентаклей. Хорошо. Хорошо, может, будет новое знакомство. Девчонки, так, смотрим сейчас первую королеву. Все, перенастраиваемся. Отпустите пространство. Итак, девчоночки, красавицы. Опять повешенный пошел. Да что ж такое? С закрытием. Уф. Уф. Королева жезлов. О, королева жезлов. Так, давай, жги, королева жезлов. Хотя у вас тут как бы начинается так весело-весело, знаете, так в луне, в повешенном. Мамочки родные, девятка жезлов, закрытие, а вообще долгая дорога, тяжелая дорога. Но знаете чего? А вы тут при выигрыше оказались, или, то есть, все, что вы, с чем вы сражались, или сражаетесь, а тут есть этот процесс и довольно-таки поворотные моменты. Не один раз вы как зависали в этой процессии. Ой. Возможно, даже за короля жезлов. Вот как-то так. Но в любом случае, или вообще за свое будущее. Может быть, здесь за ваше будущее. Или конкретно с этим мужчиной, или, может быть, вообще за свое будущее. Ну, как бы за развитие. Ну, король, видите, сразу уже есть, но здесь очень сложные. Здесь такие сложные, здесь магия магией погоняет. Вот как-то так. Но, скорее всего, вы тут то ли сама такая...
Круче вас я не знаю, разве что горы. Круче вас я не... Ну, это действительно королева жезлов, луна. И тут, ну, вы за свою пару, тут однозначно как бы сражались за свою пару, и вы одержали эту победу, у вас открывается будущее. У вас открывается будущее, справедливость здесь есть, маг здесь есть, но опять еще и башня. Ну, смотрите, вы в самом разгаре, вы в самом процессе, в самом-самом-самом процессе. Что-то вы ломаете, строите так, как должно быть. В принципе, сотрясаете пространство до такой степени, что, ну, я не знаю, может быть, кому-то не перелывки, кому-то не очень сильно нравится то, что вы делаете. Ну вот как-то так на данный момент. Справедливость уже у ваших ног. Для кого-то это может быть даже законные дела с бумагами однозначно. Может быть обращение к... Можете быть, как и вы, это указание на вас, занимаетесь. А может и обращение к ну, знающим людям, помощникам. Ну, в любом случае, чтобы вы вот тут открытие дорог на будущее. В каком бы направлении ни смотреть, то ли вообще чисто 3D жизнь, обычная бумажная, так сказать, работа по бумажной жизни, ой, боже, ну, работа по этому. Работа, финансы и все тому подобное, и плюс мистическое тоже сюда, магическое. Даже, девочки, можно отнести, что к тому, тут как-то пара. Вы могли? Четверка пентаклей. Ну, тут в разных направлениях, в принципе. Вы могли и с кем-то, я имею в виду, за вашего человека, к примеру, бороться, или за вашу работу, или тут может быть, как и начальник, к примеру, тоже такой бодренький. Как-то так за ваше продвижение. Ну, также и с этим человеком тоже у вас могли быть такие перетягивания каната туда-сюда. И вы могли сами себе, ну, как бы делать какие-то одушевляющие вашу жизнь манипуляции за мужчину. Мужчина в ваших пространствах. Оказался король жезлов. Так. Ну, давайте посмотрим теперь. Так, я надеюсь, вы там не забываете, а то я совершенно как-то ушла, уже переключилась на этот расклад. А, тихо. Будет ли у вас новое знакомство с мужчиной? Ну, какое-то новое знакомство. Ваше задуманное время. Да нет, что ли? Сейчас посмотрим. Если и будет, то оно вас очень не разочарует. Может быть. Вы знаете, может быть. Может быть. Но сразу вам говорю, какое-то это все, не-не-не, это все прям. Да будет, девочки, король кубков.
Но чего-то вы, да помогу еще, чего-то вы не то натягиваете, вы не то притянули, девчонки, наверное. Ну, понимаете, вы сразу как-то при разочаровании таком, совсем при разочаровании. А к вам. Слушайте, девочки, жрица все-таки. Ну, будьте внимательны, и семерка кубков. Маг, семерка кубков, жрица. Интересное дело. Ну, понимаете, как вам сказать? Если те, кто работали, открывали, притягивали, вы напритягивали, но как-то вам не очень-то понравится, скорее всего. Не раскрывать, что... Не-не-не. Тут не вопрос в том, что мужчина тут тайная, еще что тут вообще это... Тут, скорее всего, знаете, что вы сделаете? Вот вы эту встречу или этого мужчину втихаря разберете по косточкам, называется, и что-то вам совершенно не понравится. Может быть, будет некая переписка или... Ну, девчонки, ну не понравится вам это. Для других, я не знаю, что это за знакомство, которое сразу придет. Или знаете, что еще? Для некоторых это может быть не то, что возвращение, но как бы заявит о себе какой-то мужчина, может быть, который за вами тайно наблюдал. Ну, как-то, может, это вы в его тайной любви, к примеру. Тайный поклонник. Но опять же, этот тайный поклонник, между прочим, надо будет сделать о тайном поклоннике для вас отдельно, потому что мы уже тут затянули. Опять же, это одно разочарование, сплошное одно разочарование и сплошная какая-то больная мозоль. Это сплошная больная мозоль, потому что пажи... Да, он король кубков, но это какие-то пажи, это постоянное недотягивание до результата. Это, возможно, или какие-то манипуляции, или вы эти манипуляции просто на раз разбираете. Ну, как бы вы видите это все. Ой, семерка кубков. Ну что ж, семерка кубков. Может быть, еще вопросы тайных, скрытых выборов опять неких, и которые вы... Нет, тут какой-то вопрос в том, что... Ой, не-не-не, тут императрица, вы собственной персоной, императрица, жрица, сама себе на уме, и тут никаких кубков... Королей кубков вы в свое пространство. Если и будет, говорю, новое знакомство, вы разочаруетесь. Даже рассматривать. Вот время на это тратить не надо совершенно, потому что человек может быть такой. Ну, как вам сказать? Он может думать о себе очень много, ну, размышлять очень много, как-то, что он понимает, знает в этой жизни много, что он умеет манипулировать этой жизнью, он строит так, как он хочет. Все женщины, ну, как опять же. Он умеет управлять процессом с женщинами. Но это не для вас. Но тут он на вас, в принципе, обломает зубки, скорее всего. Не знаю, как вы его отправите. Может быть, даже раньше времени. Ну, потому что тройка. Все. Не нравится этот вам. Это вас разочаровывает. И вы это...
Вы в это не пускаетесь, путешествие совершенно. Для кого-то, говорю, это будет тайный поклонник, который за вами наблюдает, но вы, скорее всего, это знаете. Но может он решит как-то себя обозначить или что-то предложить, или ну позвонить, написать, ну что-то такое. Но это будет или для вас сразу, ну как бы, ой, не-не, или то, что он предложит, ну как-то... То, что предложит, это одно сплошное разочарование. Ну все, девочки, ну не знаю, ну нет, вы убежите. Вообще убежите от этого всего как-то. Вы... Не. Так, хорошо. А вот у меня даже как-то... Вы пару себе ищите такую жезловую, достойную, ну или о конкретном, ну, борьба у вас там за конкретного мужчину, тем более если вы на выигрыше уже, ну или как-то освободились, может быть, тоже от чего-то, ну вот то, что оно вам как-то не совсем. Что еще? Давайте посмотрим, может быть, чуть-чуть дальше, что покажут, будет ли новое знакомство. Восьмерка жезлов, шестерка пентаклей, тройка. Итак, переход, да, на новый уровень после разбитого сердца или после вот такого разочарования. Для кого-то это будет даже немножечко... Боже ж ты мой, что это так? Когда оно? О! Когда тут такие? Боже ж ты мой, как это сплошные мечи. Королева вышла, но вы теперь в этой самой, в жезловой королеве. Тут или сражались с женщиной, может быть, опять же, за какого-то короля. Но смотрите, тут одни сплошные мечи, раненое сердце. Болезненное состояние по душе, умерщвленное, можно сказать, даже как-то оно так выглядит, как любовь. Ну или мужчина тут так выглядывает. Королева пентаклей. Ладно, поехали дальше. Мы смотрим, если он сейчас выйдет вам. Может, просто такой мужчина? Я надеюсь, вы поняли. После какого-то ухажера кубков, короля кубков, вот тут какое-то быстрое знакомство, очень быстрое. Дорога, переписка, взаимодействие, какие-то контракты, помощь в работе, что-то вот как-то так, где-то оно так вам проходит. Может быть, содействие еще какое-то, может быть, после того, как вы ушли из раненой вот этой души. Ну, хорошо. И что, двойка кубков? Королева жезлов. Вы восстановите свое, ну как бы, свое сердце. Туз пентаклей таки идет. Этот союз, туз пентаклей, держите. Только после вот такая поочередность. И слушайте. Слушайте. А это... Ну как бы вы уходите от этих тревог. Вы идете в... Смотрите, здесь, да, здесь десятка кубков, наполнение любовью, но она подтверждается десяткой пентаклей. Переход на новый уровень. Тут какой-то очень интересный для вас субъект войдет в вашу жизнь. По двойке кубков. Это новая любовь. Это новая любовь.
Вы королева Пентаклей. Мужчину почему-то не открывают. Мир может быть на расстоянии с вами. Может быть, знакомство карты в интернете тоже может проходить. Ну или на расстоянии как-то. Может быть, за границей. Только пентаклей. Восстановление справедливости для вас. Тут какое-то восстановление. Король пентаклей, девочки. Тут какое-то восстановление справедливости для вас идет. Вы в этом союзе обретаете семью. Вот, королева и король пентаклей. Как-то так. Но вот до этого почему-то не показывают. Новое быстрое действие. Да, шестерка кубков. Спросила, для кого-то может это быть, что восстановление каких-то отношений, к примеру, на качестве на новом уровне. Потому что здесь есть карты, которые могут говорить о том. Ну, в принципе, да. Может, вы новое ищете, а придется решать вопрос закрытого. Вот он все-таки. Закрытого прошлого. Ну, что-то было. И вот на него ложится эта девятка. И вы тут боролись, сражались. Может быть, и человек сам закрыт по этому вопросу. Ну, как-то так. Но именно такой человек, как бы проходя путь выбора, он выбирает любовь и переходит с вами вот на этот другой уровень жизненный. Жизнь, где жизнь идет, ну, как по-новому, совершенно по-новому, по новому сценарию. Тоже может быть, девочки. Но, скорее всего, для таких, ну, девочек, вы именно здесь, может быть, поработали над собой, над своей энергией, воспламенили поля как-то. И получили движение по жизни. Все-таки подтверждается. Так что все-таки может быть. Вот как-то так. Через одиночество. Шли через одиночество, через стагнацию. Что вас ждет в будущем? Хочу еще чуть-чуть. Что вас ждет в будущем? Чтобы более-менее разобраться. Ну, куда вы будете переходить? Две четверки, шестерку.
Девочки, тут еще один вопрос к вам. Смотрите, вы или отказались от любви? Вы, именно вы, скорее всего, по какой-то причине или не разрешаете себе любовь. Еще такое переход. Вы застряли, может, потому что есть эта карта, которая говорит о времени и о боязни, и о том, что сложно перейти на новый уровень через боль вашего сердца. А боль идет именно по карте любви. Ну, как бы вы закрылись, возможно, вас когда-то ранили. Именно вот этот любовный вопрос. Или еще, может быть, когда вы, к примеру, отдали в жертву любовь во имя, к примеру, достижения своей материальной цели или жизни, когда надо было обеспечивать, к примеру, тех же детей, потому что есть здесь карта детей. Ну и материнство, в принципе, тоже как бы проходит. Вот так они хотят сказать, что будет дальше. Вы будете переходить на новый уровень, и вот она, девятка. Из восьмерки вы идете в эту девятку. Девятку. Ну, вам страшно, больно и тяжело двигаться по этому пути. Вы, скорее всего, тут я бы спрашивала вопрос верия или неверия. Тут, возможно, был процесс, когда именно вот почему вы закрылись, потому что где-то вас, так сказать, бросили на отшибе в вашей жизни. Может быть, вам именно это пришлось, ну вот, добывать свое становление, как бы помощи, может быть, не было. Вот когда взаимопомощь надо было, и что такое здесь проходит? Десятка пентаклей. Жизненный урок, закаливший вас. Закаливший вас. Но вы при этом стали в девятку пентаклей. Вот как-то так. Вы добиваетесь материального. Так, положение хорошего десятка у нас выходит. Так, я не поняла. Сказали. Что по этой колоде дальше? Что по этой колоде дальше у нас? Проработать надо одиночество, проработать надо эту боль и отпустить, выйти. Но вы в этом же, в принципе, процессе, как я поняла, вы в правильном направлении идете. Так, я не понимаю, зачем они опять забрасывают, когда они показали, что это уже в прошлом. Император тут идет. В будущем отношения действительно, ну, как бы по-новому, новое движение справедливости ради, вообще можно говорить, задокументированные отношения на постоянной основе. Ну, как-то так, проработать это тоже как бы надо. Пять туз мечей, ясное сознание, королева пентаклей. Ну, девочки, смотрите, я же говорила, это для вас. И вот он, король мечей, император, и вы императрица на будущее с рыцарем кубков. Таки вышел и рыцарь кубков нам, так что все четыре рыцаря таки получились.
Ну, как-то так. Я надеюсь, вы поняли. Тут еще что-то, судя по всему, вы то ли дорабатываете, то ли отпускаете, то ли эти энергии кружат, переходят, медленно перетекают с одного поля в другое и отзываются болью. Ух ты, куда ты падаешь? И отзываются болью. Ну что, будем заканчивать. Смотрите, девчонки, здесь что-то есть болезненная какая-то загвоздина у вас в сердце. Вам ее отпустить надо, уйти от этого, потому что здесь, ну, как бы закрытое сердце. Вам сложно, потому что есть закрытое сердце для любви. Шанс есть, и шанс на именно на обретение любви, спокойствия, мира, гармонии в этом. Но пока, скорее всего, вы о нем еще даже как-то не догадываетесь, что ли. Тут должен закончиться процесс преобразовательный такой в вашей жизни. Он должен закрыться. Но, может быть, еще что-то отпустить, реально отпустить. Не тянуть за собой, все правильно как бы взвесить. И идти именно в эту девятку кубков, которую показали перед этим. Что вы хотите наслаждаться любовью, что вы хотите любить. Уйти от разбитого сердца, уйти от боли. Вот как-то так. Тогда это все пространство ваше закроется, и выходите на совершенную, как бы новую жизнь. Собственно, именно так, счастливую жизнь. Счастливую жизнь. Не размениваясь на разные вот эти процессы, понимаете? Знакомство, вроде все хорошо, вроде что-то там открывается, какое-то чувство, а потом оп, и опять, ну, как бы разочарование. Вот. Чтобы вы от этого ушли, вам надо хорошенько. Ну, как бы подумать внутри. А вообще у вас есть состояние, ну, то есть десятка пентаклей для вас. Это семья. Всего счастья вам, любви. Не забывайте, пожалуйста. У ваших благодарностях я вас тоже благодарю. Всего наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.